Меня зовут Игорь, я представляю Сбербанк, и я хочу вас ознакомить с предложением от Сбербанка, который позволяет часть данных налогов сейчас можно вернуть на законных основаниях через открытие индивидуального инвестиционного счета. Я хочу ознакомить, как этой возможностью воспользоваться. Ага, и как это сделать? Обращаю ваше внимание, это необходимо. Вы можете сделать каким образом? Я могу у вас зайти в личный кабинет? Зашел в личный кабинет. Замечательно. Необходимо выбрать, должно открытие брокерского счета, заключение договора на брокерское обслуживание. Ага, ага. И далее на этой же вкладке необходимо будет выбрать счет либо карту для зачисления денежных средств. Возможность использования кредитного плеча. Продолжить. Нажал. Затем вам должно поступить смс с кодом. Данным кодом необходимо код из смс ввести в поле и подтвердить таким образом открытие индивидуального инвестиционного счета. Оно сейчас, да, должно прийти? Да, поступить смс должно вам сейчас на ваш номер телефона. Вы вводите данный код с смс и продолжить. А вот пришло сейчас, одну минутку. Что вам сообщило? Наебал! А! Тут-тур-тут. Игорь, ты любишь Моргенштерна? А! Простите, что это означает? Это хасл. Наебал, это обманул, пошутил. Но когда, знаешь, мошенники звонят, а ты им говоришь, что наебал не ты меня, а я тебя. Понимаешь, Игорь? При этом скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что вы воспользовались данным предложением? Я даже в личный кабинет не заходил. Обращаю ваше внимание. Обратимое внимание. Так. Обратите мое внимание. Так. Я благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. Наебал. Тут-тру-тут-тру. Это хасл. Наебал. Тут-тру-тут-тру. Это хасл. Замечательно.